Актер Оскар Кучера стал гостем шоу «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном и высказался о российских артистках, перебравшихся за границу. В частности, он прокомментировал попытки Максима Галкина продолжать концертную деятельность. По словам Кучеры, высказывать можно любое мнение, главное, как ты это делаешь. Так, Максим Галкин резко критикует Россию после того, как покинул родину и перебрался в Израиль вместе с супругой Аллой Пугачевой. Почему он не должен выступать за рубежом? У него такая позиция, иные нарративы. Некрасиво по отношению к своей стране, однако имеет право. Но где тут у него сатира? Высмеивай, а не оскорбляй, заявил Кучера. Комментируя отъезд супруги Галкина, Кучера не стал переходить на личности и отметил, что Пугачева все же выдающаяся артистка. О личностных характеристиках он не стал открыто рассуждать, лишь намекнул, что наличие такого резко критикующего родину супруга многое говорит о человеке. «Скажи мне, кто твой муж, и я скажу, кто ты», — добавил Кучера.